Кстати, мы до начала записи говорили насчет того, что у нас нет на самом деле традиций в урок музыкантов записывать и писать рождественские песни. И вот твой тезис, потому что у нас Рождество не справляли. Но сейчас уже справляют Рождество. Но это, может быть, слишком мало времени прошло. Понимаешь, у нас ведь, и если копнуть нашу историю, даже не столь далекую, у нас елки-то потом разрешил ставить, по-моему, только не то Сталин уже в конце жизни. Не то, да, Новый год даже не справляли. Не то Хрущев. Нет, Новый год справляли, но елка считалась символом христианским и поэтому бесовским, грубо говоря. И елки только у нас что-то в 30-каком-то там году разрешили ставить елки, вернули эту традицию. А до этого, поскольку все выжигали каленым железом, то вот все вот эти вот рождественские песенки американские, которые мы имеем в виду, там Jingle Bells, Santa Claus is Coming to Town, ну и так далее, они же рождены все в 30-е, 20-е. А в лесу родилась елочка, когда рождена. Это русская песня, дореволюционная. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале Москва 24.